Ребята, бензин-то кончается. А мы на месте стоим. Все. Бензин закончился. А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, с вами, как всегда, Юра, и сегодня мы будем играть в Hill Climb Racing, будем кататься на одноколеснике, ну и на других автомобилях, конечно же. Так, ну что ж, давайте посмотрим, из чего этот автомобиль стоит, состоит, и давайте посмотрим, на что он, в принципе, способен. Так, брим-б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 им-
этой штуке. И все, что ли? Это все, что на что ты способен? Батарейка же заканчивается. Давай разгону. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. И все. Да, так неинтересно. Так неинтересно. Так, одноколесник не подходит нам. Мне не нравится на нем ездить. Он какой-то слишком слабенький. Так, ребятки, на чем мы с вами уже, на чем только не катались в этой игре. На чем мы с вами только не катались. Но больше всего я хочу прокатиться, наверное, на... Вот, сейчас вам покажу. На вот таком вот автомобиле. Ребята, Hot Rod. Вот этот автомобиль, вот это мощь. Посмотрите, какой у него двигатель. И на что он способен. О, пошел. Вау, тихо, бам-бам-бам-бам-бам. Тихо, аккуратно. О, какие-то пельмени мы рассыпали. Поехали дальше. Берем бензин. Вау. О, отлично. Бэм. Бэм-бэм. Самое главное, что у нас здесь крыша есть, которая защищает нашу голову. О, покажи свою мощь, на что ты способен, этот автомобиль. О, по деревьям. Да, смотрите, ребята, как я еду по балкам. Это, я понимаю, машина. И в огне не сгорит, и в воде не утонет. О, колеса, ребята, проезжаем дальше. Давай, давай, покажи на все, что ты способна, малышка. Давай, 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 газуй, газуй. Вот это. Ой, в воду, выезжаем из воды. Отлично, отлично. О, да, ребята, о, да. Ох, отлично. Ого, круто. Вот это вот я понимаю, да. Вау. Вот это мы, ребята, с вами заехали. Посмотрите, куда уже. Ого, вот это мы чуть с вами не подорвались. Мы пропустили бензин, ребята. Мы не взяли бензин с вами. Мы перелетели, а бензин уже заканчивается. Все. Бензин на нуле. Куда ты газуешь? Все. Ох, еще и шею свернул. Ну, это для полного счастья. Вообще отлично. Так, ну что ж, давайте попробуем взять другой немножко автомобиль. И немножко другую вообще поверхность. Вот давайте по горам будем ездить. Но нужно выбрать сначала, на чем мы будем ездить по горам, правильно? Я предлагаю... взять вот такой вот джип, который проедет по любой грязи и по любой горе. Давайте возьмем его. Ого, джипяра, ребят, посмотрите. А звук какой, какой у него двигатель, ребят, послушайте. Вот это я понимаю. Аккуратненько. Thank you.
ребята. Взяли бензин, отлично. Вот это я понимаю, машина такая везде проедет. Давай, пошел, пошел, пошел. Куда же мы сможем с вами доехать, а, ребятки, как вы думаете? Далеко ли мы сможем с вами заехать на этой горе и на этом автомобиле? Так, ребята, у нас кончается бензин. Сейчас мы его возьмем. О, отлично. Чтобы нам можно было ехать дальше. Ой, подождите. Тихо. Да, ребята, бензин-то кончается. А мы на месте стоим. Все. Бензин закончился. Бензин закончился. И теперь у нас ничего не получится. Значит, мы сделаем немножко наоборот. Мы вернемся с вами назад сюда и выберем хочу, хочу. А это что, Ригнарёк? Это что такое? Это какая-то планета, что ли? Рагнарёк. Это какая-то, наверное, планета другая, ребятки. И мы на этой планете будем кататься на грузовике. Поехали. Посмотрим, на что способен этот грузовик. Ого, ребята. Непонятно где. Здесь темно и страшно. Ого. Быстрее проезжай, а то сейчас задавит. Давай, 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 давай. Фух, чуть не задавило, ребят, вы видели? Кто это? Дави, 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 а то съедят. Это привидение. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, упал, 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 упал. Это какой-то страшный уровень, где... Здесь, наверное, живет слендер какой-то. Задавило. Ребят, бензин-то кончается у меня. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот это страшно. Нет-нет-нет, меня такое не устраивает, потому что в этом уровне эта машина вообще не ездит. Так что давайте выберем... Наверное, другой какой-нибудь аппарат, который справится с этим заданием намного лучше. И таким образом, давайте на паровозе прокатаемся. Прокатаем людей на чужой планете на паровозике. Давайте, ребятки, и посмотрим, смогут ли они выдержать это испытание на паровозе. Вот это прикольно будет. Чух-чух. Ох, последнего чуть не задавило, ребята, людей. Давай, давай, паровоз, а где? Уже не хватает у меня бензина. Все, приехали. Ну, как-то не совсем так, как мы ожидали, но тем не менее... Тем не менее, намного лучше, чем в предыдущий раз. Так, ну что ж, давайте прокатимся еще, знаете, на чем, ребятки? Хочу прокатиться на полицейской машине. Хочу прокатиться на полицейской машине и хочу, знаете, где прокатиться, в какой местности. Вот здесь вот. Погнали. Вот это круто.
ребята, отлично, у нас сирена сработала. Вау, посмотрите на наши амортизаторы, как они колеблятся. О, берем бензин, отличненько. Гонимся за преступниками, прием. Так, 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 тихо, 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 тихо. Ох, отлично. Даун. Даун. Отлично, отлично. Берем бензин. О, все. Вау, вау. Бабам. Ох, давай, газуй, 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 газуй. Пошел, пошел, берем бензин. Вот так вот, отлично, отлично. Вау, бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам, берем, берем, берем. Все, вот это и приехали мы, что ли. Все, вот это такой двигатель слабый. Давай, джун-джун-джун-джун-джун, газуй, газуй, газуй. Да что ж ты будешь делать? Ничего не получается. Все, закончился бензин. Закончился. Так, ну что ж, дорогие друзья, этот выпуск на канале Вечное Детство подошел к концу. Ставьте пальчики вверх, обязательно оставляем комментарий и подписывайтесь на канал. С вами был Юра. Пока-пока.